Где мой мальчик? Где мой солнышкин? Чё? Там будешь жить теперь, сынок? Где мой сладенький мальчик? Всем привет-привет! Вы на канале Афера Пэтс. Сегодня покажу вам рум-тур. Ай, девчонка моя, но без кухни. Здесь сладенькая. Начну с комнаты малышей. Тут особо изменений не появилось, но кое-что все-таки появилось. Мы доделали. Как раз-таки плинтуса сделали. Вот эти вот фиговины, которые я забываю все время, как называются. Вокруг окна. Окно у нас 2.20. Такая прикольная табличка у нас появилась. Вот это, к сожалению, придется вам показать. Но мой не успел еще доделать. Здесь надо будет... Ты семик, не бойся, маленький, не бойся, семик мой. Здесь надо переставляем в этот угол. Ведем по углу. Кабельный туннель, естественно, канал убираем. И к светильнику. Вся стена, конечно, обосранная. Да, Самишин? Здесь вот так вот у нас чистое сегодня уже все. Ну, я каждый день, в принципе, чищу горохи, синкон, зайчи, да? Малюта. Тут у нас появилось красивое дерево, которое мы покупали у мамы Кристины Мазая из Дома Зайцев. Это она делала очень красивая. Вот, появилась также ручка. Замок у нас шарик, так называемый, защелка. То есть никак у нас ручка. Ну, участвует чисто, чтобы тебе вот хватать. А так оно вот так вот открывается. Жуй моя, глотай давай. Туса старых сняли. Покрытие подняли. Чей тут помогает? Конечно. Как и зайцев-то. То один помогает, то другая помогает. Насадка. А, насадка. Все уже переложила и сенники в другую нашу комнату. И воду. Но нет. Зайцы-помощники. Зайцам все надо знать. Выходим из комнаты зайцев. Комната зайцев у нас называется администрация. Попадаем в нашу комнату. Здесь у нас большие часы. Ссылку можете в описании найти на часы. Здесь пока одно кресло с кухни. Стол тоже. Оставлю ссылку в описании. Ну, посмотрите, короче, ссылочки оставлю на некоторые товары, которые мы заказывали именно на Озоне. Здесь у нас долбанные цветы. Ну, здесь мы уже не делали, в принципе, никакого ремонта, только вот у нас стена. Здесь наше офигительное окно. Тоже долго искала, где найти шторку. Обычные шторки мы не любим, это полисборники долбаные. Мы любим рулонки. Оно 2.20 и именно по ширине. Вот смотрите, но оно почему-то задирается. Продавец написал, что... Типа повесьте, и оно вытянется. Но пока как-то не вытягивается нифига. Вот такое вот огромное. Сейчас я его открою, потому что я люблю следить за малышами. Здесь у нас полки.
Так как у нас, смотрите, небольшой размер, здесь нельзя поместить тумбочки прикроватные. Пришлось вешать полки, там наша барахлишка. Вот там телефоны заряжаем, вот это вот все. Все же надо от зайцев подальше. И то очередь, когда прыгает по кровати, она заглядывается на полке. Как будто бы ей туда тоже надо. Ей везде, в принципе, надо. Вот выключатель посередине. И здесь у нас светильник. Такая кровать. Кровать у нас без подъемного механизма. Без хранения, по-моему, вроде бы, не помню, вроде бы да, потому что у нас достаточно большие шкафы получились, смотрите, два одинаковых шкафа, посередине дверки, открывающиеся, а по бокам у нас купешки. Барахло там не буду показывать, потому что барахло. Вот. Ну и в принципе все. Здесь у нас 13 квадратов. У зайцев. Это я в прошлом видео вам наврала. У нас 13, у зайцев 8. Вот таким образом мы сделали все в кабельные каналы. Вот. Как-то мой туда подрубил. Вот этот вот. И протяну наверх. Ну, как-то так. Такая у нас комнатка получилась. Ну, вроде как уютная. Нас устраивает. Дверь отстой. Дверь плохо открывается и, в принципе, плохая. Мы будем ее потом менять. С механизмом вот так вот открываться на стену. Но в то же время мой хочет большой телек. Этот он хочет на кухню поставить. Вот. И не знаем, пока еще не мерили, как будет дверь открываться, если будет, блин, огромный телек 55 дюймов. Как мы уже продали такой, когда и шаг перешали. Timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. Don't fight the fire. Too much, too fast. We'll burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. I know it. Learning to trust, learning to trust. Never enough, never enough. Burning me up, burning me up. I know I won't fall when I'm picking you up. Don't let go of my hand. I won't be strong enough. Our love is stronger, and I'll be here. I know. My lead, now we're taking the jump. I know. My pride, 'cause I know you're the one. Our love is stronger, baby. I know that it's stronger than yesterday. Далее заходим в ванную комнату. Здесь нас встречает табличка «Мойте руки перед и зад». Два полотенца. Крутое зеркало с подсветкой и с хранением. Здесь три ящика. Раковина, тумбочка, зеркало. Все это покупали на рынке «Радуга». Один вам, допустим, открою. Покажу, какие тут барахлянди у нас. С доводчиком все круто. Здесь зеркало. Смеситель тоже покупался на «Радуге». Вот такой вот подсветка. Там хранение, подруга моя сказала, что
Что-то мало барахла у вас. У нее раз 500 больше. Тоже с доводчиком. Здесь вот секретик по поводу мыла расскажу. Или лучше оставить. От Xiaomi мыло. Сменная кассета, так скажем, назовем, стоит 500 рублей. Но мы погуглили, как взломать на Ютубе вот такую вот замечательную мыльницу. Сейчас вам покажу. Вот так вот делает сенсорная пенка. Как в лучших домах Парижа. Вот, вы взламываете и можете туда заливать обычное мыло. Так что очень рекомендую, ссылки все в описании будут. А, полотенцесушитель у нас электрический, так как много у кого обычный полотенцесушитель затапливает людей, соседей в частности, мы решили, вот так вот он работает, на 2, на 4 и на 6 часов включается, потом выключается по прошествии этого времени, очень удобно. Мы как бы сразу подумали, что нафиг огромный полотенцесушитель, как у нас был в прошлой квартире, где мы снимали. Там он жарил так, что мама не горюй просто. Вот это вот мне, конечно, не нравится. Какая-то фигня. Так, здесь ёршик прикольный, силиконовый. Вешается на стенку. Не занимает места на полу. Кривые наши странные стены. Я не знаю, видно вам будет на видео или нет. Очень странные стены. Впуклые. Бывают выпуклые, бывают впуклые. Вот. Здесь купили ободок. За 1000 рублей, между прочим. Все, что за 500, за 600. Писали в комментарии, что очень хлипкий пластик. Очень, как бы, ну, не очень, в общем-то. Мягко говоря. Вот, унитаз не меняли. Ничего здесь не меняли. Просто докупали какие-то мелочи. До сих пор докупаем всякие штуки на Озоне. Бесконечно просто. Вот. А старый ободок тут был вообще на карандаше. Это старый гобеленовый наш коврик из прошлой квартиры. Здесь у нас офигительная шторка. Посмотрите, сверху у нас буквы Г получается, поэтому длина нестандартная, 1,40 м на 2 м длины. Здесь у нас машинка. Потом буду показывать отдельный ролик, где покажу всю нашу технику, которую мы купили. Здесь очень интересная такая из ткани жесткая корзинка для белья. Тоже очень интересная. Тоже ссылка в описании будет. Далее мы смотрим мои бутылечки божественные. Это вот надо заменять. Это надо убирать. Пока как бы вот так. Здесь пластиковый гель для белья. Здесь у меня Доместос, тоже очень удобные, литровые. Кому надо, покупайте. Вот это более крутые, они стеклянные. Вот, 1300 стоят две штуки, у меня такие два. Мне бы вот еще два, но на самом деле один нужен. По одному почему-то не продают. Я бы вот это заменила мылом. Вот. Что еще? Здесь у нас просто ванная. Белая, кстати, чистая. Она, кстати, намного удобнее, чем была в той квартире. Она была, как сказать, уголком. Она была огромная. Голову мыть там было очень сложно. Здесь должна быть новая полка. Две полки, точнее, черные. Мы их сюда установим. Но пока мы не успела. Вот, а здесь старые были полки, и почему-то ржавая плитка получилась. В принципе, все вам показала. Тут вот такой старый потолок. В принципе, и все. Все, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, пишите комментарии, вопросы, может, какие-то у вас возникнут по поводу этого видео.
Все, всем пока-пока. Growing up, about time I read a book to distract myself from this reality.